Sense Beats. Всем салют. В общем, открыл для себя новую такую вещь. Ну как, для себя, опять же говорю, это прямой эфир на YouTube. Ну, я о нем и так знал, что он вообще существует. Часто смотрю, но именно что есть такие каналы, где просто лоу-фай радио 24/7 вот с такими биточками. Биточки вообще-то блюдо такое, ну ладно. Включаю и слушаю. Хотя сегодня печальное настроение. В общем, я включил свое лоу-фай радио на YouTube. И сейчас буду делать обложку для последнего трека в мечте. Обещал 2 дня назад его еще запостить, но в семейной жизни или что, хрен знает, в общем, не сделал. А у тебя таймер был, ничего? Да, я слышал, я же сказал выключить его. Ну, я его на всякий случай, чтобы не забыть, поставил на полчаса. Давайте. Че, помочь надо что-нибудь? Залезь. Сейчас Coral Draw 7. Буду делать новую обложку. Ну, как бы для трека. Не знаю я. Многие, конечно, вообще не парятся на этот счет. В плане там обложек и так далее. Я люблю сам все делать. Ну, сам именно всю идею. Так что создаю документ. Ну, как всегда, обложка, она чаще всего квадратная. Так что мы сделаем. Помоги ему развернуть широкое на широкое. Уйди, дурак! Бабка, не ори! 720, 720. Так как трек называется «В мечте», и смысл там, надеюсь, будет понятен. Я всегда так говорю. Просто. Сейчас в корпусе, когда это пишет Sense. Sense. Тогда да. Там я стараюсь, есть места, где я пытаюсь какой-то, не то чтобы глубокий смысл внести, а просто... Если человек чуть-чуть задумается над этой строкой, то есть он поймет, что я имел в виду. Ну и в треках, допустим, Челанзарский, который я тоже записал. Ну, в смысле, Челанзарский 9.2, это вот еще один персонаж, еще одно альтер-эго. Там есть строчка, она очень уши мне режет, по крайней мере. Кем бы ты ни был и где бы ни жил, этим вечером ты снова там, где ты жил. Вот, где бы ты ни был, где бы ни жил, сегодня ты там, где ты жил. Вот, очень стрёмно звучит, типа жил-жил, оно и на то же рифмуешь, но как бы хотел внести смысл такой, что где бы ты ни был, где бы ни жил, именно сегодня ты там, где ты жил. То есть, как бы там возвращение на столицу вечернюю, именно такое настроение. И, ну, если люди, конечно, те, кто реально так же далеко от своего родного места, и когда ты чувствуешь какие-то запахи, какие-то моменты дежавю, и ты как бы туда возвращаешься, и получается, ты снова там, где ты жил, там, где тебе было хорошо. Ну, именно здесь такой посыл. Конечно, можно также вернуться в те места, которых ты не хочешь вспоминать. Но тут, короче, я имел в виду именно то место, где тебе было хорошо, где ты не следил за временем. Обложку я планирую сделать «Застрявший в мечте», по сути, там было первое название такое, да, но... То есть какое-то должно быть разделение, вот в моем понимании, то есть разделение именно одного мира и другого. В том, в котором ты застрял, и тот, который как бы вокруг тебя происходит. Хотя ты находишься как бы вот в этом запертом месте. Чего, блядь? Ну, что получится, я надеюсь, я все это вот хочу пачкой выложить, то есть вот это видео,
этот трек, эту обложку. И еще, ну, как мини-клип уже я делал вот, на Челанзарский. То есть, ну, как я делал это в коробке. А может, все это объединю, в общем, пока не знаю. Пока только идеи. Вот это рабочий вариант. Буквально минут 5-10 я потратил уже. Вот, то есть... Темная сторона, светлая сторона. Человечек разноцветный пока только, чтобы ну, было удобнее работать. Я специально так разделил цветами его. Вот. Надеюсь, что понятно, что это человечек. Вот. То есть идея пока такая. Здесь, может быть, что-то добавлю еще. Вот. А здесь будут другие человечки. То есть они будут как бы... Ну, в общем, насрать на этого человечка. Боже мой, да всем насрать! Посмотрим, что дальше получится. Может все измениться. Я для себя уже дал зарок вот буквально недавно, и это очень помогает, что никогда нельзя в любом, ну вот, по крайней мере, в... Малахов в меня вселился. В любых проектах, которые человек делает, неважно, в моем случае это музыка или же медиадизайн какой-то, именно вот в программах, то есть никогда нельзя зацикливаться, даже если эта мелодия безумно тебе нравится, но она как бы не дает тебе дальше пройти в твоем проекте, в твоем треке. Вот. Можно ее сохранить, ведь в каждой программе практически есть возможность сохранить отдельную часть. То есть, если даже этот человечек мне нравится, я могу его взять, сохранить его как отдельный файл, и потом, опять же, его также двигать и моделировать, как я хочу. Но он мне может заблокировать мое продвижение в данном проекте, поэтому никогда нельзя. Это вот только мое было, вот такая была небольшая у меня проблема, что я себе дал зарок. Или сохранять отдельную копию и делать по новой, но никогда нельзя на чем-то вот... зацикливаться, какой-то якорь именно все время держать. Все-таки я отказался от кучи человечков. Тут вот через фотоаппарат очень хорошо видно эти тени вот тут. Вот. Выйдет только вот эта часть. Утром у меня вышла черепаха. Вот она, квадратная. Тут вот видно сенс. Вот через фотоаппарат хорошо видно. Хотя это там прозрачности я добавил. Вот. Почти. В общем, попроще так сделал. Почему такие цвета? Это мой любимый цвет. То есть бордовый, темно-красный. Я тут, кстати, смотрел вот сбоку в коже вот эти вот все цвета. И мне вот этот очень этим понравился. Травянисто-зеленый. Кентукский зеленый. Вот круто. Вот этот. Кентукский зеленый. Вот. Я к тому, что я бы мог выпендриться. Какой-то супер замороченный блогер. Сказать, что вот я использовал кентукский зеленый. Такой вот там еще какой-нибудь бишкекский синий и так далее. Пока такой вариант. А сейчас уже пора на тренировочку. Как вы прячетесь от дождя после тренировки? Я вот под полотенцем. Короче, выложил я свой трек сейчас ВКонтакт перед выходом на тренировку. Его заблокировали за авторские права. Якобы правообладатель обратился. Минус не заблокировали, главное, а трек заблокировали ВКонтакте. Лол. Всем зэнк. Мне кажется, я еще во сне. Я сплю. Ты еще во мне, значит, я еще на дне. Я застрял в своей мечте. Какие планы, если финансы на нуле? Заебали говорить мне о целях, о проблемах, о жизни. Все эти разговоры утомляют. Поэтому опять в дыму утопаю. Утопаю я в дыму. Мог бы я сейчас сидеть на игле, но пара братьев уже доказали мне царство им небесно и их мечте. Я запомнил это так, как надо мне. Кто-то кладет вину на свою судьбу, а я кладу хуй на всю болтовню. Мой рассказ не прост, мой рассказ о том, а точнее о той, что со мной. Много лет уже я несу ее с собой, прячу под сердцем рядом. Рядом с душой. Now listen to the Sense Beats production. Рядом, рядом,
рядом с душой. Рядом с душой. Рядом с душой.